Ребята, почему команда называется Вероника? Я вот, например, Игорь. А я Даша. Я Вова. Давайте, чтобы все было честно, проведем выборы. Ну тогда Вова победит. Почему? Ну а что у нас, разве Вова когда-нибудь проигрывал? На чиле, на расслабоне. В Артеме прошла 1/4 финала школьной лиги КВН. За право попасть в полуфинал боролись 6 команд. Как всегда, жюри выбирали лучшую актрису, лучшего актера и, конечно же, вручили приз за лучшую шутку. Но у нас было так, потому что у нас были все мальчики, и я была одной девочкой, назвали в честь меня. Как шутки готовите? Какие сегодня у вас будут такие фишки? Смешные, разрывные. Дерзкие, мы очень дерзкая команда. Ну и сегодня будет смешно и в меру дерзко. В меру дерзко. Вот. Как у вас соперники? Ну, на самом деле, есть команда сильная, но мы также стоим с ними на одном уровне. Тут все одинаковые. В последней номинации «Лучшая шутка» победила команда из Владивостока под названием «Вероника». Лучше всех себя показала на сцене участница команды «Мотивации» Таисия Ющенко. Ну а следующим актером стал Роман Старунский из команды «Шишки». Захотела вернуться в КВН, набрала команду и все как-то. Команда у нас дружная, поэтому выходим, кайфуем. В основном это будет акцент на жюри. Вот, мы будем на жюри и на ведущего, на ведущего также. Да. Потому что мы такая команда, которая любим коммуникацию с жюри, с ведущими и так далее. Потому что это очень интересно и очень нравится зрителям. Потому что мы творческие люди, открытые, медийные. Это почему очень классно, нет? Тут отличные люди занимаются КВНом. Городская вот школьная лига наша, просто все ребята дружные, вообще очень сильно любим нашу лигу. Нет. Я думаю, что вот у нас есть Рома, который пока что самый младший, он продолжит это все, и так будет все идти. Мы ему дадим наследство. Всего в двух играх 1/4 участвовало 11 команд, 9 из которых поборются в полуфинале. Эй, Леша, ну докажи тогда это. Вот всему Артему известно, что у Алексея на пояснице есть татуировка, бабочка. Прям весь Артем знает. Леш, ну, мне, конечно, лет немного, но мозгов-то хватает. Полуфинал прошли команды «Мотивация», «Вероника», «Шпана» и «Шишки». А выступление коллективов «Борисовны» и «Би-20» не оставило судей равнодушными, и их добрали в следующий этап. Вероника Климова, Денис Надельный, Егор Бондаренко, Артемовские новости, телеканал «Лента».